Почти 1 000 000 рублей сняли со счетов воспитанников детского дома. В Красноярске начата доследственная проверка по делу сирот из Железногорского детского дома. На банковские счета подростка в течение нескольких лет приходила пенсия, социальные выплаты, накопилась солидная сумма – более 800 тысяч рублей. Двое старших воспитанников, которые вышли из этого же детского дома, вызвались помочь подросткам оформить пластиковые карты. Помощники-мошенники вошли в доверие и без труда узнали пин-коды карт. В итоге со счетов были сняты все средства. Сейчас делом о сиротах занимается Следственный комитет.